Если вы действительно чувствуете в себе амбицию, не пытайтесь себя похоронить формулировкой «ну, у нас никто никогда не зарабатывал, и я никогда не заработаю». Ну, просто скажите «я не хочу рисковать, я не хочу действовать, мне нравится такая жизнь». Тогда примите ее. Вот. Не сокрушайтесь, что вы не зарабатываете достаточно. Учитесь, так сказать, смирению и принятию. Но если вы не готовы, в этом случае надо признаться в себе наличие амбиций. И признаваясь в наличии амбиций, понять, что перед вами стоят задачи, которые вам нужно сделать.